Меня зовут Вито Скалетто. Я родился на Сицилии в 25-м году. Этот малыш я. Стою с родителями и сестрой Франческой у нашего старого дома. Я мало что помню о тех временах. Разве что жизнь была тяжелой. А потом отец решил, что нам пора уезжать. Покинуть Сицилию, пересечь океан и начать новую жизнь в Америке. Никогда в жизни я не видел ничего подобного Empire Bay. Он был прекрасен. Впрочем, трудно представить нечто более скверное и отвратительное, чем наша новая конура. Американская мечта. Скорее уж, кошмар. Отец стал работать в порту на человека, который перевез нас сюда. Он работал как проклятый, зарабатывал гроши и почти все спускал в кабаке. Со временем меня отдали в школу. Мне нужен был английский, но черта с два я бы заговорил на нем с итальянцами. Там я и встретил Джо. Быстрей, всю ночь провозимся! Постепенно мы стали лучшими друзьями. У обоих свистело в кармане, а пристойной работы не было. Черт! И мы затеяли свое скромное дело. Стоять! Полиция! Стой! Питер, сюда! Давай сумку! Стой, стрелять буду! Черт! Эй ты, мордой к стене! Ноги расставить, руки на забор! Прости, Вита. Что ж, тогда нам не повезло. На дворе стоял 43-й год. Шла война. И для высадки на Сицилии нужны были солдаты, говорящие по-итальянски. Мне было 18. И в тюрьму я не хотел. Кто сказал, что нельзя вернуться на родину? Операция «Хаски». Я попал в 504-й парашютный полк. 11 июля нас должны были сбросить над южным берегом Сицилии. Но самолет подбили. И выжило нас всего трое. Мы оказались в глубоком тылу. Мы были обречены, но нас спасли бойцы сопротивления. Поэтому, когда солдаты Муссолини пришли в город расправиться с повстанцами, мы решили отдать должок. Se nessuno parla, quest'uomo morirà. Ладно, Скалетто, стреляй! Традиция! Надо зачистить балкон, ну! Обезки! Парни! Ланчарафон! Хватит, отступаю! Двинули! За мной! Капрал, говорит, сюда идут еще войска. Снимите пулеметчика, потом ищите пленных. Каждый человек на счету. Так не пройти. Ну, похоже, мы нашли пулемет. Берегись! Дай ее, мать твою! Давай, граната! Бандуро! Ориан! Черт!
местами. Тогда вставай и пошли! Ничего себе! Тут больше не будет! Эй, покоротник, лови! Ну что так просто? Пленные видно наверху. Зачистить второй этаж! Скалета, идешь! Учить это не стати! Прямо за тобой! Ну че путь эти пари! Есть! Дверь, Скалета! Прибивай! Арренditi! О, gli faccio! Ну, похоже, нам сюда. Пошли, значит. Черт, не выгорит с балконом. Давай обратно внутрь. Скалета внутрь! Мы ж тут сдохнем! Аудримашисти! Арриву аудримашисти! Вот так, любовки! Мари! Скалета! Видишь пулемет на балконе? К нему! Ну же! Давай к пулемету! Там еще есть взятки! Прибить его сюда! Amico, di stare attento. Fregatene di fare attenzione, fai ciò che ti è stato detto! Ma che diavolo sta dicendo? Chi si crede di essere? Un'offerta da fare! Crepi davvero, Don Calò? Questo è finito! Cacetto, un congego hanno samaritato me cuscini. Ma chi è quello? Lo conoscete? Lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo d'onore. È uno stupido trucco degli americani, non ditemi che gli credete. No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovresti ascoltare i consigli di noiacci del posto. Ci rendiamo. Sapete che potete fidarvi di me. Che ne dite, eh? Don Calò, глава сицилийской мафии. Тот день сдался весь гарнизон. Почему? Потому что он так сказал.